начинается. Мы что ж с одной бабенки сделать ничего не можем? Да, засоки. Она все загадает. И это связано с песней, которую поют стадионами, которые очень любят футбольные фанаты. Слышать, как проснешься, не сразу. И прям качаем, качаем еще. Мне стало так легко дышать в открытое окно. А сейчас я завтракаю в ресторане Синполе. Вот такие прекрасные сырники мне принесли. Прям произведение искусства. Ну и замечательный английский завтрак. Привет, мои дорогие. Сегодня 23 июня. Я нахожусь в парке Царицына. Здесь проходит фестиваль йоги. Я, конечно же, не могла пропустить это событие. Самыми интересными моментами поделюсь с вами. Это...